Кубком Крима, Меза. Ты опять свои дельфинные планы пытаешься защитить? Ну что ж, в таком случае мы продолжим на том, на чем мы остановились. Вы героически обезглавили три гигантских тентакля, которые вырвались из земли и попытались вас обескуражить и скукожить. Однако остались еще два, и начинается их ход. Так, но не это. Их инициативу уберешь? Да, пожалуйста, это. Так, этот кыш. Этот кыш. Этот кыш. Так. В итоге один из тентаклей, который ринулся к Волферу, попытается обвить его своим горячим телом. А, это вышло слегка неправильно. Не так, как я надеялся, но ладно. Итак, у них атака на 10. Это экзал тогда, это норма. Так, у Волфера Evasion 6, как ты мне сказал, значит... Evasion 3. 3. А парирование 6. А в любом случае этого не хватит. Тогда он вытягивается в твою сторону, и его, просто его шеи не хватает, чтобы до тебя дотянуться. Он лязгает зубами, челюстью прямо у тебя перед носом. Начинается ход монстра 0. Монстр 0 не может делать этих самых decisive атак, но он попытается все равно горячо обнять Рамона. Блин, у меня проблема, я забыл, сколько я мотов потратил. На следующем ходу у тебя... Так, ты говорил, у тебя этот самый парирование 6, да? Когда у тебя моты есть, а когда их нет? Нет, там у меня есть один черм, который позволяет мне, если одинаковое число, да, если равное доджу число, вот дрифтинг, лип иллюжн. Один мод, короче, потрачу. Хорошо. Надо было этот мод записывать в эти кружочки. Наверное. Так, ну что ж, в таком случае ты самый плывя на фантомной воде, ты уворачиваешься от его атаки. Кстати, по идее, вы можете делать станты на эти... на свои защиты, которые добавляют под плюс один к ним. Станты и на защиты можно делать? По-моему, станты можно делать и на защиты, да. На статические значения. Кек. Ага. Да. Это точно. А еще станты могут вилку восстанавливать. Да, если это хороший стант. Начинается следующий раунд. Вы регенерите 5 мотов. И Волфер, начинается твой ход. Ну, собственно, он уже рядом со мной. Поэтому... так, у нас, напомни еще раз, получается, Withering атаки это именно такие, это просто нажирающие. В инициативу, да. Ага. Дай-ка я попробую вот это. Сейчас я только единственное, что уточню у вас. Когда я делаю Withering атаку, Волфер использует 5 мотов. Атак, если атака попадает, за каждый мод дополнительный dice в post-soak damage. Да. То есть, идет. То есть от 1 до 5 и от 1 до 5 дайсов в post-soak. Так, ну давай тогда все 5 соуков я вложу. Хорошо. Так, да, ты вспыхиваешь еще раз своей короной? Или еще раз, или ты первый раз вспыхиваешь? Наверное, еще раз, потому что я уже дважды, по-моему, использовал эти
Господи, чармы. Да, в общем, и пытаюсь... Ну, этот огненный клинок начинает пылать, пылать огнем, от которого просто идет такие пары пузырьки, окружающие такой фальшивой воды. И, получается, я делаю несколько замахов. Так, это получаемо ловкость плюс... Ну, Декса плюс твой этот... Мели... Плюс аккуроси и плюс 2 от станта, потому что самое описание атаки делает это автоматически стантом. Но, кстати, Карнос, такой момент, что станты на 1, 2 и 3 бывают. Соответственно, на 1 просто дает плюс 1 куб, а на 2 это уже восстанавливает виллу. Да. Ну, я пока вилл не тратил, но окей. Так, ловкость. Так, 3, 5... Это 8, плюс 3, 11. И еще плюс 2 за стандарт, получаем 13, да? Угу. С математикой дружу. Окей. Окей, ты их пробиваешь, и у тебя остается один этот экстра успех, чтобы добавить его в урон. Так, а теперь я бросаю урон. Угу. Да. Урон минус 9, у них сок 9. Ой. То есть так. Минус 9 дайсов. 12, 17, 18, минус 9 дайсов бросаю на урон. Да, ты добавил, соответственно, плюс 5 модов от твоего чарма и еще плюс 1 от успеха, да? А, еще плюс чем 5 модов. Точно, я же для чего хотел это использовать. Получаем 14 дайсов на урон. Молодец. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Итого у нас атаки, значит, удваивается ли у нас урон на... По-моему, нет. Мы в прошлый раз считали, что урон у нас просто успех считался. Десятки. Нет, на выявленных атаках десятки удваиваются. У меня это подчеркнуто в этой в бумажке. Охуеть, тогда, так, тогда секунду. То есть 9 успехов, 10, 11, 12, 13, 14. Окей, это много. И ты атакуешь монстра номер 4. Монстр номер 4... Да. Становится минус 11 инициатива. А, ну да, это Withering была. Да. Потом, значит, ты получаешь плюс 1 просто от попадания. Плюс 14 от того, что ты нажрал их инициативу. Это становится 18. И ты отправил его в Initiative Crash, за что тебе еще 5. Итого 23. Поздравляю. Скай, так. Скай. Так, получается, то есть у нас одна краш, это в минус 11, но у меня, конечно, мало ини, поэтому я, наверное, попробую атаковать другую. Потому что на десайсе может не хватить. Соответственно, то есть это получается... Второе это у нас... Кто? Или у нас только один остался? Просто монстр, да. А монстр 4... Ну, монстра 4 только что уели. Он мёртв? Нет. А, всё, монстр 0. Он инициативный крашнутый. Так. То есть я делаю виверинг атаку, значит, это у нас точность плюс... Так, ну, посмотрите, сколько я кидал. Точность самый, плюс... Декса плюс точность плюс 5. Почему плюс 5? Потому что ты в коротком расстоянии, на шорт-дистансе. Декса плюс точность плюс 5, так. А вот это плюс 5, это разве не есть точность для ранжевого оружия? Да? А, значит, так и есть. Нет, там декста плюс арчери плюс 5, вот так. Значит, декста у меня 4, арчери 3, 15 получается. Угу. Ну, то есть я делаю вьюверинг атаку, получается 15 дайсов. Так, выбираю свой токен. Токен, ножокин. Так, дайс пул, 15. Можно было экселенс, но я уже не стал. Так, что ж, 5 ты попал. Mm-hmm. С одним экстра успехом.
Так, теперь дамаг кидать? Да. Так, дамаг. И дамаг. Вот дамаг я забыл, как кидается сейчас. Этот самый... Ну, по-моему, все еще сила плюс дамаг, так что... Так, сила... Так, да. атака раунд дэмэдж минус таргет сок. У них есть сок? Да, у них сок 9. Так, а раунд дэмэдж это сила плюс дэмэдж рейтинг оружия. Да. Плюс трэш-холд успехи на атак роли. Сколько у меня трэш... У тебя один успех. Один успех на атак роли. Значит, так, дэмэдж у пауэрбола 12. Угу. Значит, сила... Сила 2, плюс 12, 14, плюс 1, 15. Да, минус 9. 15, минус 9, так, ну да, у меня этот Overwhelming 5 или 4, так, ну там явно будет больше. 15, минус 9, это 6 кубов, соответственно, я кидаю 6. По-моему, на виверинге двойки, десятки удваиваются. Да, мы только что это установили. Отлично, 3 успеха. Значит, ты у нас получаешь 4, и того становится 7 инициатива. Uh-huh. У монстра минус 3. Он уже был крашнутый, поэтому ты не получаешь дополнительно 5 этих самых 5 инициатив. Я понял. Ну, в принципе, сейчас Рамон, мне кажется, кого-то может прикончить. Да. Но сейчас будет ход Крима. Ты одного вы уже заломали. Когда Крим все-таки решает тогда подсубить Эрмону. Угу. Визеринг, как там? Твоя сила плюс твой бравл плюс accuracy. Вы, кстати, совет, откройте, скачайте вот это Tomes of Dream и откройте там Making Attack, там гораздо более внятно это все прописано, чем в Корнике. Потому что в Корнике mm-hmm. там типичная верстка вот эта, когда там мы... Раскидано по всей книге, да? Да, когда все разные части атаки мы будем дрочить везде. Кстати, плюс 4 клоус, не 5, по-моему, все-таки. Или нет, это у артефактного? У артефактного плюс 5. А, понятно. Я смотрел просто статус для обычного лука. Там вот этот сок из урона вычитается, да? Да. Так что сначала надо попасть. I wither my friend for extra initiative. No. Ясно. Nope. Да. No. Так. Хорошие планы. У монстра номер один, между тем, есть этот анслот пенальти, так что 6 успехов — это хорошо. Против его защиты 3 у тебя становится, 3 экстра успеха на урон. А, стоп, это... Нет, это урон. Так. Или еще... Нет, там на атаку декстери. Блок же, а не сила вроде. Да, а ты что кинул? Ну, ты атаку уже кинул. Нет, ну атаку я кинул, но я смотрел там на силу, так что тут еще, по идее, 2 куба, нужно или не нужно. Ну, я думаю, 6 успехов тебе уже хватит. Давай, самокидай урон. Угу. Тогда урон это... И сок у них там 9, да? Сок 9. Да, тогда... 2... Плюс... Как-то сила плюс бал, плюс урон ролика, да? Нет, сила плюс урон твоих новых артефактных кулаков. Угу. Плюс 3. 12. Минус 9. Ну, 6, то есть тогда... Итого 3 успеха. Ты получаешь 4, значит, 7 инициативы. Этот становится минус 6.
И там уже так профилактически так. За один мод, что это, что он делает? А, он... Мод не бот. Он блокирует этот самый, он слот пенальти, да? Хорошо. И вот там, как это... Нет, вот это, оно в этот же ход может действовать или только на следующий? Я так понял, что только на следующий. Ну, это самое... То есть этот Ferocious Jab ты объявляешь, когда ты уже делаешь атаку. Че, меня за игру пытается сломать опять? Нет. Ну... Понять скорее, как Ferocious Jab, то есть его можно... Вот... Ты... Ну, Меза, это Supplemental Charm, ты посмотри описание Supplemental Charm. Supplemental Charm ты используешь, когда ты делаешь атаку, то есть когда ты да, бросал, да. Когда ты бросал 11 или сколько должно было быть, 13 до 10, ты должен был сказать, что и я делаю один мод, превращаю его в Ferocious Jab, то есть... Но там вот эти вот... Но с другой стороны, этот самый Ferocious Jab, он же как описан, он добавляет бонусные дайсы на равные его анслот пенальти. То есть ты мог бы использовать его и получил бы плюс один дайс на атаку. Либо сейчас на следующей атаке он ты получил бы плюс два. Там есть такой нюанс. Вот тайп чармов, он достаточно важен. Потому что есть чармы, у которых тайп вообще полностью меняет, как они работают. Поэтому там надо внимательно смотреть. Тайп и вот это вот юниформ или там как что там написано, вот, которое под тип. То есть на это надо обращать внимание. Просто тоже немножко по-дебильно сверстано. Я бы, на самом деле, хотел, чтобы они пересдали кору, потому что морки холдинг дебилы. Они не в состоянии нормально верстку сделать. Как и я. Ну что, таким образом наступает ход Рамона. Давай, Альфа. Так, Рамона... Так, на самом деле, я не думаю, что с пятью... Да и сами я его смогу это убить десайтивом. Да, поэтому я сделаю, да, что Рамон это поднимет оба клинка и крест-накрест обрушит их на голову этой твари. Это предварительно это подпрыгнув и, наверное, даже зависнув в этой полуводе, полувоздухе. Да. Я думаю, что это будет у нас 15 дайсов по базе, ну и плюс 2 один стант, да? Да. А два или один? Один. Я слишком жадный. Я скажу тебе, когда будет два. Ну, я поэтому и спрашиваю. А то есть теперь станты будут на каждое свое действие придумывать. В принципе, крыс, сама идея стантов, она гениальна в том, что она за то, что ты не просто описываешь, как ты это кубики подсчитываешь, а за то, что ты описываешь, как ты атакуешь, она дает тебе бонусные кубики. Это в чем-то гениально. Собственно, книга там тебе прямым текстом говорит, что самое, как бы мы ожидаем, что ваши игроки будут стантовать на каждый ход. Ну, утомляет немного. 5 единичек это мощно. Ну что, это? Это, по-моему, кто-то перед этим кинул 5 десяток. А, вот. Угу. Это. Угу. Да. Вафт кинул 5 десяток, я кинул 5 единичек. Но все равно вроде как попал, да? Ты попал, потому что у твоего монстра этот анслот пенальти уже становится минус 2, поэтому, собственно, на все его защиты. Какая четверка была? Да, у него была четверка, так что у тебя становится эти самых 4 экстра успеха, да. Так, и этот withering урон у меня. Так, это 10 плюс 3, 13. Там уже 10 урон, да? Да, минус 9 не забудь. Почему минус 9? Их сок. Он все еще работает. А, ну тогда будет, это получается, что будет 8 кубов. Угу. Стоп. Нет, 9 кубов. Почему минус 8?
А, ну тогда 8, да. Окей. Окей. Итого ты получаешь плюс 2. Значит, 7 инициатива. И у этого уходит тоже минус 7 становится. У тебя там была еще та самая твоя вроде маршал-атака? Ну. Ну, я сейчас эти чермы пока не использую, потому что я, извините за выражение, всрал. Это листик, на котором я записывал, сколько я модов потратил. Поэтому, как минимум, вот этот ход я их что-то серьезно использовать не буду. Начинается их ход. Они, эти самые монстры, очень расстроены. И они больше не могут... Монстры? Что? Я имею в виду голые тентакли монстра. А, понятно. Так, два еще осталось. Да. Так, они больше не могут делать десантив атак, но они попробуют само все-таки вас приложить тем, что у них есть. А мы не против. Да. Итак. Знаете, что я думаю, они сделаю? Они начнут тратить willpower на ваши атаки, потому что вы их слишком разозлили. Вилпатер у нас, по-моему, покупает автоматически один успех, да? Да. Так что он потратит одну и использует ролл 10 против Рамона. Шесть пробивает тебя? А, ну, если я потрачу какой-нибудь, если я использую практически любой этот додж или паре додж этот. Так. Что я могу... Короче, я трачу один. Я трачу один мод и одну инициативу на то, чтобы от этого уклониться. Это чарм, который дает плюс один. Точнее, я трачу две инициативы и один мод на то, чтобы от этого уклониться. Это чарм, который дает плюс один к защите за две инициативы. И этот. И один мод, который дает при равенстве уклонения. Хорошо. И таким образом ты благополучно избежал удара. Монстр номер 4 тем временем попытается сделать то же самое с Волфером. И я тоже куплю ему один успех за волю. Так, Волфер, я так понимаю, 6 тебя тоже пробивает по умолчанию. Да. Только единственное, что он чем-то меня кусал или что-то вроде того. Да, он пытается сам тебя укусить и обвиться вокруг тебя. Хорошо, у него это получается, только во время укуса шкура Волфера начинает загораться... дополнительными такими этими соларными рунами. Я трачу еще 4 мота. Там я единственное, что сорян, извиняюсь, это на... Не записал это полностью все штуки. Короче, да, он мне наносит урон, только у меня теперь Total Soak 11. Это много. Да. Так. Ну, к счастью, у них... Им хватит этого... Дайс пула на урон, чтобы бросить хоть что-то после 11, но... Так... Посмотрим, получится ли. Три успеха. Ну да. Даже что-то получилось. Окей. Да. К сожалению, их Offensive Charm требует, чтобы они пробили тебе 5 урона, чтобы сработать, поэтому
нихуя не выйдет. Итак, он, значит, нажирает себе, у него становится 8, да? И, нет, он попал по тебе, потому что у него становится 7 инициативы, минус 7. А Вольфер списывается 3. А, это была Wizarding атака, да? Да, они не могут делать decisive атаки. Они не могут, они крашат оба. Да. Начинается раунд номер 3. Все, начинается твой ход. Ну, мерзкое отродье, сейчас я тебе покажу, как сражаются настоящие воины. И, в общем, Вольфер подпрыгивает и в таком вихре пытается отсечь бошку этому последнему, предпоследнему живому кракену. А десив атака простая, без чармов, без всего. Угу. У нас получается ловкость плюс мили, да? Да. Бреново. Три. По идее, плюс стант тоже можно. Мили 5. У меня что-то куда-то дайспул пропал. Ну, этот. Кнопка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть успехов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Иди. Так, десятка. У нас, по-моему, на уроне. На уроне они. Но это атака. Да. А на атаке, десять в атаке. По-моему, на броске атаки эти десятки все еще удваиваются, так что у тебя становится 7 успехов. И теперь я ему вливаю 20 D10 урона, да? Да. Поехали. Раз, два, три, четыре, раз, пять, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. А вот здесь как раз десятки не удваиваются. Тут не удваиваются. Окей. Тыц, 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 тыц. Ну что ж, твой новый меч рассекает каменную шкуру, и его огненная кровь начинает растекаться вокруг него такой кошмарной гривой, сделанной из этого огня и ихора, расплываясь вокруг него, словно такой туманный ореол. Однако он все еще остался в одном хитпоинте, так что сам он не умирает. Я понял, окей. Так, ты резетишься в инициативу 3. Угу. Скай. Так, значит, я тоже, видимо, буду делать так. Я что не могу понять. Я могу использовать этот Excellency на Decisive атаку? По-моему, да. Ничто не говорит, что ты не можешь этого сделать. Ну вот я тоже пришел к такому выводу. Соответственно, Excellency я трачу... Так, сейчас еще раз. Вот Excellency у меня не залипаю на ней. Так. Значит, могу тратить мота, чтобы добавлять кубы по уровню 2 мота за +1 static value. Static value — это твои защиты. Это что? Это твои защиты. А, это типа, я понял, это типа, да. Значит, action stacking, значит, подождите, а ограничения? По-моему, ты не можешь добавить больше, чем половина твоих рангов. Не-не-не, там не так. Там это на ability было завязано, но это здесь почему-то не написано. В любом случае, по-моему, Sky сейчас может добавить, по-моему, от силы 2 дайса. Я, по-моему, добавлял 3 дайса. Может, 2. Значит, нет, я, по-моему, добавлял 3 дайса и тратил 6. Ну, пусть будет 2, черт с ним, ладно. Значит, я использую Excellency. Excellency на стрельбу. Значит, я трачу 4 мота. Угу. Добавляю 2 куба. 2 куба.
Соответственно, с этим всем зарядом я делаю виверинг. Decisive атаку вру. Потому что уже добивать надо этого черта. Значит, decisive атака не использует точность, то есть это только dexterity плюс ability. Но плюс это будет 2 куба, которые я добавил. Соответственно, dexterity плюс ability это 4 плюс 3 это 7, 9 кубов. Вперед. Dice pool 9. 4 десятки добавляются. На успех. Так, у них уже его уже один раз атаковал Волфер, поэтому его Анслот пенальти. Анслот пенальти стал минус один. И этого все равно недостаточно. Бля, я не пробил. А, нет, так. Десять в атаке. Так, нет, эти самые десятки должны удваиваться, так что у тебя три успеха. И против его трех. Или подожди, десятки удваиваются или я добрасываю куб? Удваиваются, только удваиваются. То есть здесь все-таки три успеха. Да, три успеха, так что давай, можешь кидать. Можешь кидать эти самые урон. Понял. Значит, decisive. Да, значит, decisive атака lens. Значит, так, hardness. Hardness у них нет, ты говорил, нет, по-моему. Нет. Так. Значит, то есть я теперь кидаю. Я забыл, что я кидаю. Количество успехов? Нет, всю твою инициативу. То есть 7 дайсов на урон. А, 7 дайсов. Да, точно, я вспомнил. 7 дайсов. 4 успеха. И самая твоя стрела прошивает самая колышущаяся тентакль. Я забыл про стан. Да. И полностью его тушит. Ты резетишься в 3. Да. И начинается ход Крима и Арамона. Крима. Крим наш. Да, из прыжка. Тыч. Делайте. Решает с предесасивом. Окей. Подпрыгивает. Так, еще при этом. Прыжке. Уже добавляя дополняет клуки дополнительной силой. Хорошо. Так, и там 8 тогда. Dexterity плюс ability, да. Там, да. Ну и сасев. Так. Ты, конечно, ты, по-моему, зафиксировал ему онслот пенальти, да? Угу. И Рамон его атаковал после тебя. Так что технически у него защита теперь становится 1. Так что ты попал. Там 7. 7 уже, да? Это именно инициатива. Да, 7. Ничего не пробавляется на десахилах. Да? Нет. Инициатива. Нет, ну это так. Инициатива и этот самый. Плюс current unslot пенальти плюс 3, то есть это твоего ferocious jab. То есть еще добавь 3. Того 4 успеха. Значит, и. Кулаки Крима, обрамленные золотым орехалком, погружаются в его магмовую плоть и выбивают 4 хитпоинта ему. Условно. 4 уровня здоровья, начинается ход Рамона. Ты видишь, как монстр перед тобой начинает истекать огненной кровью. Так, ну это же грех такую ситуацию упустить. Поэтому так, поэтому Рамон, он видит, как кулаки Крима отбрасывают это щупальце назад и бросается вперед в вихре клинков, нарезая его это параллельными дольками. Я думаю, я попробую десайтив атаку сделать. Угу. Сделай. Десайтив атаку идет
Так, decisive атака это, значит, 10. Так, какие-то эти станты дашь или нет? Я дам тебе стант один. Хорошо, значит, это будет 1 плюс 11. У него, по идее, сейчас вообще это должно быть единица защиты, да? Да, у него... Или вообще 0? Да, у него единица самозащиты в жопе. Так, итого 6 успехов, но самое, в любом случае ты попал. Кидаю, как урон, только свой этот. А туда не переходят эти, не переходят успехи от броска атаки? По-моему, атаки. Нет. По-моему, нет. В этом в инициативе как раз-таки не переходят. В этом в десайсиве не переходят. Оно просто говорит, так, что... Роляй свою инициативу и все. Ты можешь тут самое, по-моему, использовать эту волю на этом броске все-таки. Странно, думаю. Мее. Ну и ресет в тройку. Да. Ресет в тройку. Так, тем временем. Начинается ход монстра. У него теперь собственно идут пенальти от Юран минус 2, так что я так понимаю, на его атаке по Рамону, потому что... А может и по Криму? Давай попробуем по Криму попасть. С моего дейспул становится не 10, а 8. Так. И я куплю ему еще один успех за волю. Итого, Крим, 5 пропускает тебя, нет? А, это 5, да? Да. Так, что там, в паре 5, возьми 4. Тогда пробивает. Так, ну тогда, раз так, то... Ну, на всякий случай. Что это? Ну, в общем-то, стамина к Саку. А сколько у тебя сок становится тогда? Так. 18. Хорошо. Тогда он самое вгрызается в тебя, и тебе ничего не становится от этого. Начинается ход вас всех, потому что вы действуете одновременно. А, я моя заявка. Ну, в общем. А, у нас получается новый раунд, мы все маты восстанавливаем, да? Да. Это длится дольше, чем я надеялся. А, да я, наверное, сейчас мы попробую это все закончить, потому что Волфер, в общем-то, отводит ногу назад и затем резко телепортируется рядом с вот и оставшимся в живых щупальцом и наносит ему десиф атаку. Во, дайспул заработал. Угу. Сейчас, секунду. 3, 5. Я, получается, 8 бросаю на атаку. Блин, я же инициативу использую. Да? На урон. На урон, да. Хотя ему должно, наверное, хватить этого. Мы попробуем. Ну, это на атаку? Ты попадаешь без проблем, да? Зараза. Я понял. Я понял свою ошибку. Ну, ладно.
Окей. Целый один урон. И ты действительно соприкасаешься с ним. И ты из-за этого Рюги становится нехорошо. Скай. Так. Технически, поскольку вы все резетнулись в тройку, это все происходит одновременно. Ай, боже мой, я уже даже не знаю, что делать. Пытаться его... Ну нет, с тремя кубами на иню, то, конечно, это проблема. Ладно, я буду делать виверинг, чтобы Крим его потом, короче, тут, как говорится, с этой мапы накиндам. Значит, в общем, так, кстати, где я? Почему у меня нет на карте? Ты в жопе, потому что. Ты... А у меня какая дистанция? У меня клоус все еще? Ты на шорт дистанцию вышел. А, шорт. Значит, соответственно, так. Ну пусть будет так, если мы хотим сантовать. В общем, Blazing Sky кричит Криму, значит, Крим, готовься, сделаем его вместе. После этого он прыгает в бок и пускает стрелу в монстра так, чтобы стрела заставила его уклониться, он, уклоняясь от стрелы, попал прямо под кулаки Крима. Это считается как стант? Это считается как стант. Еби его. Что? Ничего, я говорю, стреляй. Ну это считается как стант? Да, это считается как стант. Это даст мне куб на что-нибудь? Это даст тебе 2 куба на атаку. Круто. Соответственно, это у меня будет 17 кубов. Если я правильно понимаю. Угу. Так, 5, подожди, дай проверю на всякий случай все-таки. Так, Dexterity 4, Атлетика 3 это 10, да, 5, то есть 17 кубов. Угу. Так. Так, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 8 успехов. Да, ты попадаешь. У тебя самый трешхолд успехи. Так, начался раунд. И сложно. По-моему, он слот пенальти все еще зафиксирован. Поэтому его защита все еще в жопе. Поэтому, по идее, у тебя должно быть чуть ли не 5 успехов на урон. То есть это будет сила, плюс урон оружия, плюс 5 успехов. Да. Круто. Значит, минус так. 9, минус 9. Я понял, сок. Значит, урон у меня 12, плюс сила 2 это 14, плюс 5 это 19. Угу. Минус 9, 10. 10. Ну, правда, я ничего не получу, так как он крашнутый. Ну, кроме плюс 1 я, по-моему, получу. Не, по-моему, ты получаешь от него все равно инициативу. 3 успеха. Хорошо, итого ты получаешь значит, плюс 1, плюс 3, значит 7. И он становится минус 10. Короче, совет Меза, бери Decisive, будь дерзким, бери Excellency на все кубы, которые только можешь. Блин, а мы ж могли... волю же ее можно и на урон добавлять, да? Да. Бля. Да, ну ты погоди, там еще повеселее все будет. Успеешь. И Excellence на урон тоже, да, можно? Что? Вот и Excellence на урон. Нет, по-моему, Excellence на урон не добавляет. Excellence, по-моему, нельзя. Да. Опять же, сразу. Да, так сказать, DCF. Сразу эти заявляются. Окей. Это быть. Так. Ой. Пожалуй, даже действительно еще, так сказать, 4 мута на Excellency, на всякий случай. Это что, 2 куба еще? Да. Так, там у нас 6 получается уже, да? Так. Так, да, получается, то есть 10 на атаку. Вперед. Итого 6 успехов. Отлично, ты попал. Так, 3, и там сколько плюсом идет? Ну, я так понимаю, еще плюс 3, сколько там у него самый был онслот пенальти? Нет, на прошлом вроде бы плюс 3 было, а там по плюс, плюс 1 идет за каждое. Надо проверить, конечно, но по-моему, там есть некоторый предел, до которого можно рубить эти... Ну, пусть пока будет 3. Я думаю, ты будешь в порядке. Угу.
И действительно, в конечном итоге это финальная атака сносит этот тентакль с поля битвы, и вы слышите, как где-то за кулисами самая призрачная вода содрогается, и все эти огненные тентакли резким движением уходят обратно в землю. И в какой-то момент вы чувствуете самое такое течение, которое обдает вас, и внезапно вода становится гораздо светлее, когда тень за кулисами исчезает. Ну, это было дольше, чем мы предполагали. Я думал, будет сложнее. Да. Итак, вы победили этого монстра. И в итоге Сума выглядывает на вас и говорит: «А, вы воистину сам принц земли. А теперь идемте. Если вы действительно намерены победить самого демона, то нам не стоит терять времени. Если вы не хотите, конечно, задержаться здесь дольше необходимого». Ну, вообще никакого желания не имею. А вы, друзья? Да, Скай пожимает плечами и говорит, что мы пришли за артефактами, мы получили артефакты. Пора сматывать удочки из этого проклятого места. Кстати, Карнас, автопом я почти, сейчас листал этот джамп, случайно мне выпали эти Intimacy Тео. Мне понравилось у него Intimacy, мне вот эта Татьяна помнила, что это, короче, сейчас скажу, так, вот, I am brilliant, beautiful and worthy of respect. Да. Я подумал, что у тебя должна быть такая Intimacy Real. Обязательно. Но я думаю, это мне бы она сильно помогла, если бы она была. Ну что ж, в таком случае Сума вас выведет обратно на сушу. Самый поход обратно оказывается более удобным, чем можно было ждать, потому что, как я вам писал в прошлый раз, карабкание по этим фейковым скалам в фейковой воде оказывается на удивление легким. И вовсе даже не требует бросков. И в итоге вы выходите обратно на черный песчаный пляж и пускаетесь вперед под джунглем к вулкану. Так? Да. Все так. Что ж, в таком случае... У меня, к сожалению, нет иллюстрации вулкана. Забей. Мы опытные игроки, мы представим себе вулкан. Да. Итак. На это у вас уходит... Сколько вы думаете, на это у вас уйдет? Час-два? Как быстро вы бегаете? Не знаю. Ну, Волфера с атлетикой все норм, так что нормально. То я буду. Я не буду выпендриваться и бегать по этим. По веточкам деревьев. Но могу. Ну, я могу скакать, конечно, но я не знаю, если. Тогда мы скажем, что вы продирались, по крайней мере, пару часов через мокрые джунгли и бурлящие реки, которыми заведует Сума. Нас, я кинул пару артов вулканов в чат. Хорошо. Ну, загружать сейчас я их не буду. Ну, их не надо загружать. Ага. Окей. Итак, и поскольку вы бежали 2 часа, то у вас отрегенерилось еще 10 мотов, так что впишите себе, сколько вы мотов потратили, сколько у вас отрегенерилось. Если вы считали. Так, у нас получается моты все восстановились, да? Смотрим.
Бот не бот. Угу. Ладно, не давай, что мы это закоммитили. Да, кроме, ну, да. Да, кроме тех, которые вы закоммитили. А к периферийные моты можно коммитить, кстати? Да, по-моему, можно. Можно любые коммитить. Я, кстати, наверное, на всякий случай закоммичу еще и в копье. Чисто как своим. Окей. В итоге вы вы слегка освежевались, ну, несмотря на пробежку. Сумма по дороге... она, я думаю, она не будет вас ничем угощать, потому что у вас живот заболит, если вы будете на бегу что-то есть. Да, так что в итоге вы обнаруживаете себя у подножья вулкана, который... от которого уже исходит самый весьма ощутимый жар, и сама земля под вами слегка так ворчит и не трясется, но вибрирует слегка такой внутренней богатой жизнью вулканической. Сума, она честно пытается следовать за вами, самый обрыв. Не обрыв вулкана, а склоны вулкана довольно крутые, но вы можете лезть по ним без особых проблем, не делая чеков самого клаймба. Однако... Слушайте, подожди, стой, нас притормози. Я предлагаю поступить таким образом. Давайте я могу скакануть как макака, и я могу потом попытаться как-то использовать стелс, чтобы мы как, ну, не вкатили всей пати с размаха, если там окажется, что там какая-нибудь засада будет. Как вам такой вариант? Ну, возможно, стоит это сделать мне. А, ну или тебе, да. Да, на самом деле, потому что идея здравая, но у меня есть сильное подозрение, что... мой персонаж несколько более к этому приспособлен. Ну да, я забыл, что ты на это действительно. У меня есть телосома. Окей. Карнас. Там пробраться... будут какие-то сложности с этим? Так, добраться до какого-нибудь места, где можешь посмотреть, что там происходит. Да, по идее, нет. Кроме того, что ты будешь смотреть в жерло открытого вулкана, то в остальном сложностей быть не должно, и это, по идее, не должно дать тебе никаких штрафов на стелс. Значит, я использую этот Perfect Shadow Stillness. Что она делает? Оно позволяет перебрасывать все единички. Это на... А точнее... Так, стоп. Any stealth-based action preserving dance from those results and rerolling remaining dice. То есть, грубо говоря, я перебрасываю все, что это нехорошее. Все, что меньше, это меньше 10. Ага, любопытно. Меньше 7, точнее, нет? Или меньше 10? Ну да, перебраться все, что меньше 10, это круто. Все, я понял. То есть ты можешь один раз реролить, оставить десятки, реролить все остальное. Да, но только по один раз. Да, и теоретически я могу так реролить, пока у меня боли остается. Так, ладно, сейчас. Просто вы меня слегка перебили, я сам, раз уж вы собираетесь совсем... Перебили? Да, вы собираетесь лезть уже совсем в колдеру вулкана, потому что примерно на полпути, несмотря на то, что вы крадетесь вверх, и вы чувствуете такое тепло и духоту от вулкана, но она вас не особо тяготит, так же, как и вода в глубокой расщелине. Однако... Сума, ваша спутница, явно тяготится этой жарой гораздо больше, чем вы. И, например, на полпути она
самое, в итоге самая так падает на колени, опираясь на свое копье, и она извиняется, говорит, что, мол, я думал, что я самое выдержу, но даже фальшивая жара самое тяготит меня. Я верю в вас, кажется, и идите без меня, и она оставляет вас. А, подожди. А покидать что-нибудь можно на нее? Я сошел чарактер все-таки. Ну а что ты можешь на нее кинуть? Бах, не знаю, этот socialize presence. Она просто не... Убедить ее идти в огонь вместе с нами? Ну это не настоящий огонь, это, понимаешь, это у нее этот, как сказать, паническая атака, в общем. Ну просто дай мне по-социальному, когда что. Ну по-социальному. В общем, значит, я тогда использую, наверное, Impassioned Discourse техник, вот это. Значит, соответственно... То есть, ну... Так, Persuade Action, вот надо посмотреть, что такое Persuade Action, я, честно говоря, ну это, по-моему, вообще. Ты... Просишь у нее сделать самое какое-то ей большое одолжение. Где у нас там вот social influence, social action, да, 215. Inconvenient tasks, например. Потому что. Или в данном случае это скорее serious task, потому что, ну. Так, а какой куб-то на это кидается, это я не понимаю. Ну, этот самый. Это уже контекстно, там, я так понимаю, как у тебя там персуэйд, так значит персуэйд должен быть плюс, сейчас, что там у тебя есть? Blazing Sky, По идее, это presence, я так понимаю, ну, потому да, что это presence-овый charm. Да. То есть это получается presence плюс, плюс что? Плюс guile или плюс? Скорее, плюс manipulation. А зачем guile-то? Guile — это твоя защита. Это она будет сама против ее Гайла или что? Значит, так, значит, presence плюс manipulation, хорошо. Значит, соответственно, я использую его, чтобы сопплементить. То есть я получаю один автоматический успех. Uh-huh. Кроме того, если Савар доказывает с точки зрения принципа, которого он держит близко, то он получает 2, 3 или 4 бонусных дайса в зависимости от intensity. Ну пусть будет так, у меня есть intensity minor, нет, major, tie fellow bagabonds, и я говорю, что сумма, ты, большое тебе спасибо за то, что ты помогла нам, и ты не оставила нас в беде. Но ты же понимаешь, что для того, чтобы победить этого демона, чтобы убедиться, что все, кто здесь заперты, что и ты, и что Тео, что все они, что все мы вместе, которые оказались связаны товариществом в этом мрачном мире, чтобы мы смогли наконец вернуться к творению, к настоящим рекам, к настоящим лесам, к настоящим вулканам. Мы должны работать вместе, Сума. И ты, я понимаю, что тебе сложно. Это не настоящий огонь, он не причинит тебе вреда. Ты должна поверить в наше товарищество и пройти вместе с нами, чтобы одержать победу над этим проклятым демоном. И, соответственно, я использую это как, major principle. Соответственно, дашь ли ты мне за это 3 куба на нас? Я дам тебе 2 куба за это, потому что станты дают 2 куба. Это не стант, это действие по этому. Вот это. Ну, я говорю, у меня есть Тай, Феллоу, Вагабонс, то есть бродяги-попутчики, короче говоря. Ну ладно, пусть будет. Хорошо. Значит, это 3 куба. Соответственно, один автоуспех плюс 3 куба. Соответственно, я кидаю теперь presence это 5, плюс manipulation это 4. Значит, 9 плюс 3, 12 кубов. Плюс один автоуспех. Так. Раз, два, три, четыре, пять успехов. 6 успехов с автоуспехом. Okay. Ну, соответственно, это, наверное, будет идти против ее... То ли резолва, то ли гайла. Против ее резолва, и у нее этот резолв усиливается одним из ее собственных майнер интимаси, которое, я сейчас проверю, майнер у нас, по-моему, добавляет только плюс один на защиту. Resisting Influence Rolls. Так, она может потратить волю, конечно, против этого. Но
written social interactions нет. Стоп, нет. Нет. Resistance assailant, нет. Все в порядке? Сейчас я сам. Ага. Нет. Minor intimacies apply плюс 2 resolve бонус. Так что я боюсь, что твоих успехов будет недостаточно, чтобы ее переубедить. Я, потому что у нее resolve 4 и плюс 2 становится 6. Ну, ладно. Я попытался. Вот. И в итоге, то есть у нас самое говорит, что самое... Нет, этот... Самое... Этот остров, порождение духовных сил, он имеет особое влияние на духовные тела, вроде меня и этого самого элементального птица. Вы как принцы Земли, вы гораздо более приспособлены выдерживать такие самые нематериальные атаки, но я боюсь, что этот самый что этот жар слишком противопоставлен моей сущности, даже если он и создан в этой самой тенью демона. Идите, я верю в вас. Со мной ничего не случится. Ну, огорченный Скай пожимает плечами, но больше не пытается дискутировать. Угу. Окей. Ну что, идем дальше? Да, в итоге вы... Я так понимаю, предпринимаете свой коварный план. Она оставляет вас планировать свое вторжение в Калдеру Вулкана. И, я так понимаю, Рамон бежит вперед? Ну как бежит? Он бежит, сливаясь это каким-то образом с поверхностью практически, что пригнувшись, прячется за каменями, выбирает наилучшие места для того, чтобы его не было заметно. В общем, практически сразу же скрывается из вида и, значит, пытается изучить, что там впереди находится. Значит, я использую этот чарм. So charmed. Угу. Итак... И у меня их 10 дайс пул. Угу. Окей, ты спрятался. Ну, соответственно, я могу перебросить все, что шевелится. Не это. Все, что да, не все, что не десятки. Соответственно, 7 кубов я переброшу. Да. Ну ладно, скажи мне, Карнас, меня кто-нибудь заметил? Пока ты бежал, ты полностью уверен, что ты самой бежал самой тише тени и самой в этом в тихом гуле и ворчании вулкана ты явно скрыл все свои следы и звуки, которые ты мог издавать. А, ну тогда я восстанавливаю этот, если это правда, 1 ВП. Ну, хорошо, что-нибудь я заметил интересного. Сейчас. Ты это самый... Сохраняешь эти 3 успеха от первого броска, да? Да. Угу. Тогда все в порядке. Когда ты, притаившись, выглядываешь за предел вглубь кратера, то ты, собственно, видишь самый перед собой картину разверзшегося ада. Этот кратер... Не до краев заполнен магмой, но
повсюду в его поверхности стоят бурлящие такие не лужины, но котлованы, наполненные расплавленным камнем. И в самом центре, в самый центр ведет этакий небольшая коса из горячей скалы, и в самом центре стоит небольшой пик над самой крышке. И в этом пике ты видишь, стоит багровый штандарт знамя. И из какого-то сотканного истонченного полотна. Так, никого, точнее, никого потенциально опасного я не замечаю рядом. Нет. Ну, кроме естественных причин, естественных обстоятельств нахождения в жерле вулкана. Нет, я боюсь, больше никого здесь нет. А мне на это ничего не надо кидать. Ты можешь видеть невидимое? Тогда точно. Нет. Breaks Unbreakable. Row, fight the box. Кстати, я могу. Нет, я, к сожалению, не могу видеть невидимое. Тогда все в порядке. Так. Ну что ж. Значит, Рамон тем же путем, которым шел, возвращается обратно. И рассказывает спутникам о том, что обнаружил то, что похоже какое-то святилище с багровым штандартом. Это смотрит при этом на Blighting Sky, потому что мало ли вдруг это багровый штандарт. Если на нем что-то изображено, то Арамон описывает это изображение. А если это изображение что-то говорит, это Blighting Sky. По-моему, там ничего не изображено, на самом деле. Ну, просто когда говорит, что багровый штандарт. И говорит, что в принципе, я никого там не заметил, но это не означает, что никого там нет. Поэтому сохраняем осторожность. Ну, Войзескай говорит, что хорошо, в принципе, я могу просто пытаться посмотреть, у меня есть способы. Ну что, идем все вместе? Я не вижу смысла не делать этого. Хорошо. Значит, тогда я сразу врубаю сенсорити Акуити Прана, потому что она на всю сцену действует. Я думаю, что наш поход до заднюю сцену засчитается. Кстати, это у меня с этого аура на один, наверное, загорится. Кстати, у меня уже аура, она, по-моему, на трешку должна гореть, потому что я два раза шестеру рубал. По-моему, да, но она же гаснет тоже за пару часов. Ну, да, то есть она закончилась. То есть она у меня сейчас на один аура поднялась. Да. Соответственно, так. Ага, ну это немножко другое. Ну это, во-первых, просто это усиливает. Я сейчас за два чарма кину. А во-вторых, там был другой еще чарм. Сейчас, где он у меня? Это был в факульте, по-моему. Spirit Detecting Lance, да. Mm-hmm. Вот эти два чарма я применяю. Хорошо. И, да, в таком случае на лбу самого Sky вспыхивает его самый бублик, да? И вы идете вперед. Когда вы переваливаете за край вулкана, то вы встречаете пейзаж, который вам уже описал Рамон. И Скай, в таком случае, соответственно, ты немедленно замечаешь, что на самом штандарте сидит огненный птиц, только он невидимый. Ну, Скай машет рукой, говорит, привет, Тео, это ты? Он, да, он тебя замечает, сама развивает клюв и прячет голову под крыло. Ну, Тео, нет, это не поможет. Давай поговорим как серьезные мужчины с серьезным андрогидным элементалем. Если что, вы сейчас на медиум расстоянии, то есть там дохуя места. Ну нами. Хорошо, я крикну ему, что давай поговорим серьезно, как мужчина с андрогинным элементалем. Угу. Он нахохлился и не двигается с места. Ну, не знаю. Скай пожимает плечами, говорит, там сидит Тео, но он не хочет со мной разговаривать. Предлагаю подойти поближе. Аварну, кстати, можно кинуть? На что? Что ты хочешь? Чем ты хочешь? Заметишь что-нибудь здесь, ёпта.
Нет, сейчас не нужно. Все станет очевидно. Сейчас рельсы начнутся, пойдет. Говорил Ганс, рельсы плюс узелим. Ну ладно, в таком случае вам недолго получится этим наслаждаться, потому что когда вы, по сути, спуститесь еще немного и начнете приближаться к этому, к мостику, или не мостику, а большому такому полуострову в реке, в озере Магмы, неподалеку, прямо перед этим, перед штандартом вспыхнут два больших огненных глаза, которых ты не видел своим невидимым взором, кстати. Они соткались из ничего буквально у тебя на глазах. Окей. Старый знакомый волчок, я так понимаю. Действительно. И из дыма, серного, которым наполняется этот жерло вулкана, клубы дыма превращаются в гигантского волка, глаза которого сияют, как два портала в элементальный план огня. Этот волк смотрит на вас, рычит, бьет копытом, и из его тела выбивается еще один клубы гигантского дыма, и, как бы вам сказать, это по-человечески, но... Этих волков становится двое? Нет. Этих волков становится дохуя, потому что он призывает батл-группу из гигантской стаи волков. То есть я понял. Карнас прочитал вот эту вот пометку про то, что если, ваши свары все ебут, то... Нет, вам пришлось бы драться с батл-группой в любом случае. Ладно, хорошо. Итак. Это батл-группа на... 9. Так, ну что, мы не кидаем? Да, пожалуйста, кидайте инициативу. То есть этот joint battle... Напомните, это что у нас... Это должно быть в чарнике где-то. Joint battle. Mm-hmm. Карнас, где это? Помоги. Ебать, твой этот сейчас order of actions. Joint battle. Wits плюс awareness плюс 3. Плюс 3 успеха. Просто в чарнике он должен быть, но в этом чарнике его нет. По какой причине. Так, значит... Так, Wits плюс Awareness плюс 3, значит, у меня это будет Wits 3, Awareness 2. Кстати говоря, здесь никаких бонусов нет. У меня 9 кубов тогда. Слушай, Карнас, а вот скажи мне, а вот этот чарм, который я кинул, который что типа Rose Benefits from Double Nine, вот это будет считаться Awareness как часть Joint Battle, как броски на Awareness согласно вот этому чарму? Сенсори Акуити, правда? По-моему, нет. По-моему, Joint Battle это специальный бросок. Сейчас я for the rest of the scene, Exalt Awareness rolls benefit from double nines. Так. Вот один. Ну, я девяток все равно не кинул, так что можно забить. Хорошо. Но у меня, я так понимаю, 4 успеха, если десятки взрываются. Да, десятки взрываются, 4 успеха плюс 3, того 7, да? Подожди, нет, я затупил. Подожди, стоп, там кидаются, там добавляется чистое 3. Да, 3 успеха. Я кинул 8, значит, у меня должно было быть 5, а не 8. Перекидывать? Или мы не засчитаем последние 2-3? Как хочешь. Да какая разница, у тебя последние эти самые 3... Смотри, 3 дайса у тебя этих. И все равно ничего не выкинули, так что мы засчитаем как есть. Тогда будет 4, 7. 7, да? Так, 7. Крим 2, да? Крим наш. Это 2 плюс 3, 5. Рамон
3. А у меня, но у меня было, я 9 кубов кинул, получил. Это 3 успеха. 3 успеха плюс 3, то есть 6 инициатива. Так, Волфер, я пропустил Волфера, нет? 10. Все, Фред, ты вписал, да? Да, я уже вписал. Так, у этих 4. По-моему, потому что по мане не должны добавлять. И у самого волка я сделаю из него его этим токеном. Батл группы. Да, 9. 4. Итого. Сейчас я. Не, по-моему, они все-таки тоже должны добавлять инициативу. Плюс 3 или нет. Блять, я. Так. В любом случае, сейчас начнется ход Волфера. Вы находитесь на самом деле на медиум расстоянии друг от друга. Так что. Так что вы сейчас далеко не в мире рейнджа. Получается, one range, это у нас получается из medium, получается short. Да. Будет, да? А чтоб до close range, это мне на short range надо переместиться. Да. Окей. Так. Ну, раз у меня пока первый ход, Волфер выдвигается немного вперед, доставая свой меч, новоявленный артефактный, беря его уверенно двумя руками, и становится, в общем, что-то вроде защитной стойки, явно ожидая нашествия вот этой боевой группы на себя. Здесь есть некий аналог, кто-то у дефенса? Ты только что его сделал, потому что, во-первых, сейчас, во-первых, ты сделал станс на том, что, описав то, что у тебя ты становишься в total defense, во-вторых, так, defenses, actions in combat, full defense, until character's next turn, their static defense is increased by 2. То есть это твое действие за комбат. Я не понял, что у меня инкрис? Защита твоя увеличивается твоя на двойку. Да. А, Parry Evasion увеличивается на 2, понял. Ничего не говори, что эти неписи не должны добавлять плюс 3, поэтому они добавляют плюс 3. Ну там правила, в принципе, такие же на мотогруппу. Единственное, что у них нет, у них вообще нет вместо инициативы, у них это ХП идет, трак. Да, батл-группы, они самые не, по-моему, они дают вам инициативу, но они не понижают инициативу себе. Окей. Нет, там они всегда используют виверинг против нас. Но против них мы тоже используем только виверинг, но мы дадут дамаг не инициативе, а это, как бы здоровью. Да, их размеру и морали. Да. Так. Как раз тебе там. Ну окей, Волфер вышел вперед и приготовился встречать лицом батл-группу. Пусть будет так обозначено, у тебя становится плюс 3 защита. Окей.
Скай, ты гигантский, ты и волки действуете одновременно. Какой рейндж? Вы на медиуме. То есть твой артефактный лук делается сколько там? Плюс 3, да? Сейчас посмотрю, да, я читаю. Так, артефакт. Артефакт Archer Web, 98 страница. Плюс 3, да. Ну, чё, тогда я буду стрелять в стаю волков виверинг атакой. Соответственно, это будет... так, 3... 3 плюс... 3 плюс... Так, 7... А, ну да, все правильно, 13. Ну, на станке, я даже не знаю, что придумывать. Пусть будет, короче, что Blazing Sky, он так, в общем, начинает заряжать одна за другой стрелы и пускать их по такой баллистической траектории, так, чтобы они втыкались перед стаей волков, чтобы заставить их, как бы сбить их натиск и заставить их сдвинуться в стороны, и вместо того, чтобы чаржить на нас. Это пойдет за стант? Это пойдет за стант. Что? Да, это пойдет за стант. Куб один, да? Плюс 2 куба. Плюс 2 куба, хорошо. Почему ты дашь мне плюс 2 куба все время? Потому что все станты дают плюс 2 куба, даже самые маленькие. Ладно. Значит, 13-15 дайсов будет. 13 дайсов за дексту арчери и точность. Угу. Муха пошла нахрен от меня. Пошла нахрен, я сказал. Сделай стант и убей ее. Так. Раз. Так, ну это 10 получается успехов. Я думаю, ты попал. Даже с тем, учитывая то, что я слегка набафал эту батл-группу, потому что это... Теперь у нее размер 2, то есть там этих гигантских волков примерно 20. Но у них все равно защита будет только 6, поэтому в итоге у тебя 4 экстра успеха. Так, то есть я теперь кидаю дамаг, да? Да. То есть сила у меня 2. Что я там еще кидаю? Арчери. А нет, господи, я запутал. Сила 2. Дамаг от лука 12. И успехов сколько? 4. 4. Значит, 12 плюс 4 плюс 2 это 16, правильно? Да, и сок 8, то есть минус 8 еще. Я 18 вру, 18. Угу. 10 кубов. Потому что 12 плюс 2 плюс 4 это 18, минус 8, 10, правильно? Да. Так, 10 кубов. 6 успехов. Так, 6 успехов и... Я так понимаю, твои расстрелы начинают просекать самые целые прусики среди этих гигантских псов, несмотря на то, что они, по идее, должны были быть сильно материальными. Так, у них их магнитюда слегка начинает страдать. Но это еще не все, потому что начинается их ход, и это у них, кстати, по идее, они... Нет, они не могут использовать чармы этого волка. Я чувствую, мне опять сейчас сломал смотреть его статы. Да, они не могут использовать этого его чарма, так что им не судьба уворачиваться от вас, но зато им судьба вбежать... close range к Волферу. И Волфер оказывается примерно вот в таком положении, что потому что... Как на картинке, понятно. Да, как на картинке, потому что пока все остальные находятся в этом на medium range, он приблизился в шорт, и они сократили его до клоузы и начинают, по сути, тебя окружать и пытаться тебя обглодать твои косточки. Пускай попробуют. Окей, пускай попробуют. У тебя плюс 3 защиты, да? И угу. Это делает тебе защиту 9, как минимум. Так, а куда делась музыка? Я выключил музыку, что ли? Да, вот так будет. И в итоге они получают у нас... Так, они используют
тот же урон, что и волк, но добавляет свои бонусы. Так. Ну ладно, на 12 можете и прокусит. Шесть не прокусит. Ну, как бы да, даже Эвэйжену, в общем, Волфер начинает реально скакать, реальной макакой, вертясь волчком вокруг волков, уворачиваясь от укусов волков. Вот. И тем временем начинается ход самого волка, это происходит одновременно, и волк, он на вас не выбегает, вместо этого он расставляет самые лапы посильнее, становится в позу, и вы чувствуете, как демоническая эссенция начинает впучиваться вокруг него, и он использует свой offensive charm и спускает колоссальный разрушительный не рык, а вой, который... Карнас, хозяйки, да, на заметку. Пак не может использовать чармы, но у волка есть один чарм, который работает, когда действует пак. Не забывай про него. Ты-то-то-то? Да, я посмотрел. Да, я вижу сейчас. Ну, да, он может его использовать, чтобы перебросить их, но я сейчас не буду этого делать. Это потом. Будет время еще на это. Mm-hmm. Так что пока что он использует... свой вой, и этот вой атакует вас всех в медиум рейнже. То есть всех нас? Да, вас всех. Кидай. Сейчас я кину. Угу. Кстати, у нас первый раунд 5 мотов восстановились? Пока нет, это только начало. А, понял, окей. По-моему, нет. Что-то он долго задумался. Так, итого 6 успехов. А против чего он атакует? Parry Evasion, я так понимаю, или Resolve? Это не написано, что это должен быть Resolve, поэтому, скорее всего, это обычные защиты. Пойти обычные защиты, это, да. Это не эти самые. Так что тут, скорее всего... То есть, я могу быть большим хуем, конечно, и потребовать от вас только evasion, потому что это звук, и вам нужно закрыть от него уши как следует. Ну, хорошо, ладно. В любом случае, так, то есть я так понимаю, что это будет идти против evasion. Да, давайте. У кого из вас evasion больше 6? Ну, у меня EVG 4, но я, по идее, могу сейчас применять вот этот защитный чарм эти. Да, у тебя рефлексив. Они могут быть... Рефлексив чармы могут делаться когда угодно. Когда им аплодируют. Когда уместно. Подождите. Подождите, а Read on the Wind это рефлексив чарм? Что я не написал, что он рефлексив. Сейчас подожди, проверю. Так. Нет, это рефлексив, это я сложил. Хорошо, значит, я кастую Read in the Wind. Подождите, что значит за каждые две инициативы потраченные... А, то есть я инициативу на это трачу? Да. Да. Печально. Ну, хорошо. То есть, получается, если я вкину две ини, то это будут шестерки, и он меня не пробьет? По идее, да. Да. Ну хорошо, то есть я трачу 4 инициативы, скидываю с вида 3. Нет, стой. Если он. Если у тебя будет 6. Если у тебя будет 6 инициативы, и он равный тебе, то он пробьет тебя все-таки. Так, Карнас, кстати, Карнас, да. А вот ты мне скажи, я когда стрелял по волкам, у меня ини от этого добавилось? По идее, да. Должна была добавиться. Я тебе не добавил. Так. Угу. Сколько там у тебя было успехов? Сейчас посмотрим, так. Так, где это было-то? Ну, вот, наверное, вот это вот, где 5 успехов. Да, 5 так, успехов должно было быть. Значит, у тебя... Значит, 6, потому что там десятка. Угу. Так, 6 успехов, это вот 13, да, становится? Что 13? 13 инициатив у тебя.
Да, подожди, сейчас я посмотрю, Battle Group, как это работает еще раз. Battle Group. Так. Вот я не понимаю. Your Wyvern Attacks don't take his initiative. Вот они don't take. Они добавляют ее или нет? Они, а, у них инициатива, по-моему, не убавляется, но тебе добавляется. Это надежная информация? Нет. И еще, так, у тебя еще плюс один от того, что ты попал. Подожди, давай посмотрим. Ну, у меня плюс один точно, это 8, а вот про это можешь погуглить. Так. Так. Экза. 3. Так, один вопрос. Это была Wizarding или Deceive атака? Это Wizarding. Это была Wizarding. Так, я вот просто что не могу понять. Она добавляет. Вот, так, если. Так. Inert Initiative на странице 208. Так, что у нас на странице 208? Так. Fighting Bad. Inert Initiative, because... Походу не добавляется. Mm-hmm. Потому что у них, типа, вообще, как бы, ну... По сути, нет инициативы. То есть, вроде как я понял, ты получаешь плюс один за то, что ты их чпонкнул. Mm-hmm. Но ты не воруешь у них инициативу, потому что ты... не попал или что. Нет, хотя с другой стороны, тогда бы мы не смогли бы их убить, потому что мы тут потратили линию, не насасывали ее. Точка нас, я что-то в супер впал. Добавляется? Не, смотри, вы можете их победить, не насасывая линию, потому что они получают урон просто от визеринг атак, можно их рассеять. То есть я получил плюс один, правильно? Да, как минимум ты получил плюс один. Вот тогда я трачу 3, чтобы поднять свой вейжен до 7. Тогда у меня хорошо. Точно не тратит. Пока вот время... Там 2 за 1. Там 2 инициативы за это, за одно поднимание этого. Ну, а я... Этого, я трачу 3. Да, ну, я, мог, может быть, немного неправильно понял. Ну, 6 в смысле. Угу. Так, где я? Почему я пропал из инициативы? Так, то есть у меня было 8, угу. Я потратил 6. Ты стал 2. Да, я стал два, все правильно. Хорошо. Это... Значит... Волфер, я так понимаю, у тебя... Ты же все еще в этом... В своем Total Defense, поэтому, по идее... Ты защитил... Тебе хватит, чтобы защититься. Ну, я в Total Defense, но у меня равенство, разве тут преимущества вот такое еще нету? Так, у тебя плюс... Ну, у тебя плюс 3, значит, этих самых... твой у меня Перри был... 9, Эвэйжен 3, плюс 3, итого 6. У него 6 на атаку. Тогда... При равенстве преимущество атакующего, я так понял. Да, тогда... Мне просто было написано 5, почему-то, значит, 3. А, нет, это... Это Перри, наверное, мое записано. Хорошо. Так. Короче, он меня своим воем пробивает, но я себе на Total Soak нажираю. Хорошо. Так. Потом. Рамон и Крим. Так. Там у него... Это визеринг, у него там было 15 кубов на урон, да? Нет, это только атака пока идет еще. А. У него было 6 успехов на атаку. Я уже сказал, что я делал, что это я использую Rite of the Wind и Drifting Deflusion, и, соответственно, на ничьей я уклоняюсь. Хорошо. За это плачу один мод, 2 инициативы. Ты вычел инициативу или мне вычесть? Да, я вычел уже. Все. Хорошо. Тогда на всякий случай дожирает себе немножко защиты. Так, я погуглю, вроде бы действительно, если ты попал виверинг атакой по батлгруппе, ты получаешь плюс один за то, что ты попал, и все. То есть, ясно. Ты не увеличиваешь. Хорошо, тогда, а сколько у тебя этих самых, ну ладно, это, по-моему, сейчас уже все неважно становится. Если что, вот тут на вики я кинул, там подробные все разборы комнаты с примерами. Полезное чтение. Итак, значит, у Волфера Total Soak 11, у Крима какой Total Soak становится?
13. Ну, так, ну, нет, он тут 13, ну, и там просто вычитается, это дает минус 2. Так, ну что ж, в таком случае тогда Крима обдувает легкий ветерок, а Волфера приходит 2 куба урона. Бери. Так, Рамон заткнул уши, и Скай тоже успел заткнуть уши, да? Все нормально. Да. Окей. У меня 4, я понял, за 6 до 7. И начинается ход Рамона. Так, что ж. Ну, я... Рамон встает в позиции, что перед собой это выставляет один клинок, другой поднимает над головой. И это... И клинки начинают так немного размытыми становиться и покрываются такой рябью теневой. Uh-huh. Это у нас будет путь активации. Я за это плачу 7. И это активация этой стойки. Вот. Steel Devil Form. Окей. Okay. Так, ну и это все. Да, стоп, а он от нас еще на это на медиумном расстоянии? Да, он не двигался. Тогда за этот. За рефлексив? Да, за рефлекс я это перемещаюсь к нему. Так, секунду. Ну, ты находишься в рейндж бенде со стаей волков теперь. Да, я понимаю, у меня немного другой вопрос. А рефлексы их сколько можно делать? По-моему, пока до тех пор, пока неуместны. Ну, ладно. Что ты хочешь сделать? Нет, я просто про то, что в теке там это уклонение, которое вот это я комбинирую 2 чарма, это 2 рефлексива, так что мало ли. По-моему, это легально. Ну, ладно, хорошо тогда. Хорошо. И значит, ход Крима. То есть волк от Крима в медиуме, а стая в шорте. Шорт, ну, шорт, а в рукопашку подойти, это просто именно это движение, да? Да. Так, а вот то, что эта стая там как-то в ее центр забежать возможно? Да. Это просто, это не требует действия, ты просто вбегаешь и начинаешь пиздить их. И из медиума, то есть это одно движение, чтобы подойти из медиума, это одно движение и еще одно движение, да? Да, не совсем. Движение – это твое рефлексивное действие, ну, вход, но, и ты перемещаешься на один рейндж. Ты не можешь делать больше, чем одно и то же движение вход, то есть... То есть он сейчас от большого волка в шорте, да? Да. И... Тогда Крим, так сказать, сейчас у нас... Ага. Так. И, как я понимаю, там шортится именно колку. Окей. Делом. И уже за... Именно комбо действия. Где это у меня? Это у нас под секунду, погоди. Так,
consuming your two movement actions. Это самый твой damage body prana, но это твоя защита, ты, но Thunderclap Rush Attack требует, чтобы ты сделал атаку. Нет, там он, нет, он, как я, нет, я, как я понял, он там дает право сделать атаку, а так это просто именно сделать движение без, так сказать, именно траты движения. The attack in this instance must be made the moment the solar blurs forward. This attack counts as her turn for the round, and doesn't have to be a brawl attack. Does not have to be a brawl attack. Это должна быть атака именно оружием таким. Ну то есть это не важно какая атака, это должна быть какая-то атака в любом случае. Я просто думал, что это именно... Это в названии на СМ. Thunderclap Rush Attack. А, окей. Ага. Ну, тогда возвращаем. Сколько это получается? 5 мотов. Да, 5 мотов. И самый вперед. Вот такой. 5 мотов. Ну, пока что так все-таки нажрать визерингом. Тогда... Так, текстери. Раум. Ой, 13. Ну и вот этим ведь раз уж все равно тогда так. Так, сейчас. Чтобы ему, так сказать, нажиралось. Окей, ты зафиксировал его следующий шанс, он слот пинает, если по нему попадешь. Угу. Так. Так, 7 успехов, ты по нему попал. У тебя остается 3 экстра успеха, но перед этим его тело окутывает самый черный дым, скрывая его слегка его форму. Так что сколько там у тебя урон? Так, сейчас. Урон это стринжа и урон оружия, да? Да. И самые твои плюс 3 экстра успеха. Так. 15. Ну, 15 тогда. Это 15, значит, минус. Рара. Минус 10. 5. 3 успеха. Ты получаешь 4, 9. Он теряет 3. Нет. Он самый очень тобой недоволен. Начинается следующий раунд. Сейчас я вас рассортирую слегка. В раунд устанавливаются наши моды, да, когда он начинается? Да. Угу. Волфер, твои, я так понимаю, твой фит с твоей Total Defense кончается. Да, собственно, мой Total Defense кончается. Я окружен стаей волков. И с воплем «А теперь потанцуем Балахаста», его Волфер начинает просто изображать из себя металлическую мельницу, крутя мечом во все стороны. А, собственно, первое, я делаю визеринг-атаку свою стандартную. Так, а у меня опять куда-то дайспул пропал, так что сорян, я через этот... Раз. Добавь просто больше 7, он-то посчитает тебе успехи. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь успехов. Девять же, десятки удваиваются. Я по-моему, посчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
А, нет, еще семерка, 9. Да, все нормально. Так, окей. Это пробивает их этот самый их evasion. Окей. Так, 12 плюс 5 за силу 17. У них total soak есть? Да, у них есть soak. 6. 17 минус 6. Также 11 бросков на урон. Бах. Раз, два, три. Что-то дохленько. Но именно на этот случай корона зажигается, и Волфер ускоряет свою мельницу. Трачу 3 мота на вот это, и еще раз делаю Withering атаку вторую. Ты, я говорю, когда пишешь, добавляй самый больше 7, чтобы он посчитал успехи. Да я через стандартный дайс роллер просто бросаю. Так, ладно, сейчас тогда попробуем так. Слэш R 11 D 10. Вот. Это, собственно, вторая Withering атака. Блин, я забыл. Секунду. Знаешь, получается, я лишние успехи могу в урон докинуть. Верно? Да. На первую Withering атаку. У меня сколько там лишнего было? 5. Так. Сейчас, секунду. Это лишние успехи на урон... в первую Withering атаку. У меня там было 3, по-моему, да? 3, 4, 5, 6, 7. Всего за первую Withering атаку 7 урона. Окей. Так, и вот сейчас получается за второй мод вторая Withering атака. Так. 8. Я так понимаю, я попадаю. Да, ты попадаешь, только самое там кое-что сейчас происходит, потому что... Ну, ладно, ты сейчас кидай урон. Хотя нет, так. Еще рано. Потому что... 17. У меня лишние успехи идут за успешную атаку. Да, они идут, только подожди секунду, сейчас вот все может слегка измениться, потому что своей первой атакой ты сбил им ее магнитюд до нуля. И когда они сбиваются с магнитюда до нуля, им надо сделать вилчек. Происходит некоторый успех, я понял. Но происходит некоторое дерьмо. Да. Они должны проверить, разбегутся ли. Да. Вообще, правда, эта группа прикольная довольно. Там, кстати, отдельно заключается цирк в том, что, ну, это, правда, за Dragonblood проще сделать, что ты можешь, короче, купить себе армию срочников за мериты и потом взять себе вар-чармы, которые превращают твою бутовую группу с нетшанских сверхлюдей, которые просто бошки всем откидают. Итак, они прокинули свою волю, и в итоге ты в смысле, своей мельницей своих волшебных дайклайвов, нет, своего одного гигантского дайклайва, своей золотой катаны, начинаешь их люто сметать, и их ряды начинают заметно редеть между собой, однако в итоге они теряют один пункт в своем сайзе, но они прокинули свой чек, поэтому они полностью регенерять свою магнитуду. Так что теперь ты прокинул 8 этих самых успехов на следующую атаку. И поэтому теперь и самые статы отрегенерились, поэтому у тебя становится только 2 успеха на... Два дополнительных. Два дополнительных успеха, да. На урон, на новый и слегка опухший этой самой стаи волков. Окей, так, слэш R
17 плюс 2, 19. У них, ты говорил, соук 6, да? Я ошибся, у них сок 8. Так, у меня какие-то жуткие проблемы с интернетом. Меня слышно вообще? Да, тебя слышно. Да, тебя слышно. В общем, вот это тогда получается 11 дайсов на урон будет со второй атаки. Окей. Раз, два, итого три, четыре. 7 успехов. Алло, да? Меня слышно? Да, тебя слышно. Да. А было не слышно. Ну ты там что-то туда-сюда моргал. Я выкидывал. Угу. Ну что, плохо стая волков, что сказать? Самый, ты самый. Иноя просто какой-то на них пошел. В общем, вы видите, как во все стороны от Волфера отлетают такие куски вот этой самой тьмы. Какие-то тушки волков отдельные. Так кто победил-то? Волфер. Ясно. Ну, она что? Стая еще функциональная? Да, она еще функциональная. Окей. Ну, Крим, видя, что волк чем-то своим напитался, Крым на это громко оря, напитывается, тоже напитывается в ответ. Как бы, так сказать, бросая вызов, так сказать, потом кто кого по защите переборет тут. Все-таки врубают. Дай ему вроде по. Так, это был твое стандартное действие на этот ход, и твоя Diamond Body Prana делает тебе на следующей сцене, до конца сцены, тебе стамина Hardness. У тебя появляется Hardness. Да, на десивы и на физик стамина плюс дистанс, плюс 3. На СУАК, но это как-то не ставится с броней, как я понял. Там вот то, что вот. Да, я, кстати, я добавил тебе, по-моему, единицу. А, мне то. А, я же это батл группу атаковал только, да? Угу. Окей. Это что ты делаешь, Меза? Там то, что это насколько увеличивается СУАК. Хорошо. Точнее, на плюс сколько тут? На 6? Не, ну то, что как-то. Мистер Мез. Стамина плюс резистанс. Это как раз 10 получается, плюс там 3 успеха. И вот десятка тут взрывается или нет? Должна взрываться, что почему бы и не взрываться. Тогда Total SAG 19 получается. Окей. И Hardness 5. Хорошо. Так. Сколько Total Soak, простите? Как я понял, вот то, что Diamond Body Prana из Incapable with Armor, то он не стакается именно с одетым армором, да? Сейчас, секунду, мне звонят. Тогда 19. И если бы стакалось, то 22 было бы. Если вы парни всей земли. Слушай, это мне кажется, тогда бы Крим тогда был каким-то таким магнитным ядром, вокруг которого можно было бы строить планету. Нужно бы вместе собраться, смотри. Но. Карнас. Карнас звонят. Карнас отошел пока. Ладно, тогда я тоже возьму чаю. Ну, о чем я, Карлос? Я вот это, то, что как-то... Сейчас. Абилити Супернал, это он 5, только там вот это для приквизитов, грубо говоря, становится. Да. Да. То есть не в расчетах. Нет, это только влияет на то, как это сейчас может дать. Сорян, меня отвлекло то, что я вам просто скинул.
Бывает. Ауч. Да. Но я бы все равно съел. Ну, ладно. Это, да, пусть остынет, может быть, сейчас само сойдет. Так, так, так. Карнос, да. Вопрос один. А за вторую атаку у меня еще плюс один к Инди не будет? По идее, должно быть, да. Это ж 12. Ну, я поправлю сам сейчас. Я вбил. Ага. Окей. Так, хорошо. Значит, Крим превратился в человека из адамантина. Нет, из алмаза, но из адамантина он... А, там другая, это другой чарм для адамантина, да, я помню. Да, если по нему пробьют дизайвом. Хорошо. Начинается ход стаи волков. Рамон, Волфер, Крим, вы все находитесь, по-моему, в close range. Нет, Крим не находится в close range, только Рамон и Волфер находятся в ней. Поэтому стая волков, несмотря на то, что она в одном хитпоинте, она атакует вас всех, вас обоих. Окей. Okay. Так, это у нас... Я не... уже не помню, насколько должны были уменьшиться ее дайспулы, но я думаю, что одного успеха им не хватит все равно. Ну да. Так, ну что ж, вот наконец-то удалось. На самом деле вот эта штуковина, она довольно долго раскрыла Devil Style. Итак, у нее какая защита сейчас идет? У стаи волков? Да. По идее 5, потому что Волфер ее атаковал. Была 6, да? Да, было 6. О, так, значит, дабл техника. Трачу 2 мота на withering атаку. Соответственно, этот довольно так техник. Так, секунду. Мне интересно, экселленси на это можно делать? На атаку, по-моему, да. Это экселленси же это рефлексив абилка, так что ее можно... Ну, по идее, да, ты можешь совмещать. Ну, если у тебя есть экселленси на маршал... Ну, если у тебя есть маршал артс, то... То есть, как бы... Ты можешь применять Excellency, если ты Савар, по-моему, на что угодно, если у тебя обилка является Supernow или Favorite или Cast, и у тебя есть в ней сколько-то дотов, по-моему, то ли один, то ли два, то ты можешь на что угодно брать Excellency. Ладно, значит, так. И, соответственно, это у меня будет. Итак, значит, Рамон, он, это, уклонившись от щелкнувших рядом с ним зубов волка, подпрыгивает, пробегается, это, буквально по волкам и оказывается прямо в центре этой стаи и начинает... примерно делает то же самое, что и Волпер, но в отличие от Волпера, с помощью двух коротких клинков превращается в такой вихрь вращающийся. Так, Карнос, это считается за стант? Да, это считается за стант. Бери 2 дайса. Сейчас. Мистер Карна, йоу-йоу. Так, итак, это у нас будет 10 плюс 5, 15 плюс 7. Блин, сейчас, извините, я немного туплю. Что-то это больше матана, чем в ДНД. Как-то. Не, ну прикольно. Вот.
Да, мне больше 13. Да, да, так, это такая... будет 19 кубов. Yes. Так, десятки удваиваются. Да. Итак, это 11 успехов. Я думаю, что два раза я ему два раза пробил. Итак. Получается... Я инициативу какую-то за это получаю. Как минимум одну. За одно попадание ты получаешь одну инициативу. За одну атаку. А в хэнд чарджа у меня нет. Значит, плюс и плюс... урон Withering у меня 13 плюс 10. Блин. Так, плюс 5. Моя ловкость. Так, 28 кубов урона. Окей. Так, они удваиваются, десятки здесь на уроне? Ну, это на визеринг уроне, так что да, это все легально. То есть это у нас сколько? 17 успехов. Нет, не 17, 18 успехов. У них оставался один хитпоинт альфа. Ну ладно, что я могу сказать. Ну, важно, так как с этим. Я какую-то инициативу с этого получаю, кроме вот этого шести. Нет. Один ты получаешь. Блин. Ну, вот это... Ладно. Так. Теперь... Я перевожу две инициативы в этот, в Offhand Charge. А что делает Offhand Charge, кстати? А, ну, он делает мои вот эти атаки, вторую, более эффективной. Угу. Окей. В итоге у группы из магнитуды 8 оставалась магнитуда 1 после Волфера, и она получила 18 успехов урона. Так что, я так понимаю, это у нас требует дополнительного чека воли, чтобы не съебать. И только чек воли становится сложностью 2, потому что она уже один просрала. Так что 5. Окей. По-моему, на этом случае, даже если, поскольку размер оставался единица, то это должно ей хватить. Fighting Battle Groups, когда они... Suffered? Так... так, Волфер, я забыл, кстати, извини. Ты разъебал стаю волков, и несмотря на то, что ты не получаешь с них инициативы, когда, если ты заставляешь их потерять один пункт из своего размера, ты получаешь плюс 5 инициативы. Как если бы ты сделал этот инициатив брейк им. Угу. Ага, когда она... Applies... Ах... Это, вот это надо было мне тоже записать. Регенерят ли они свою магнитуду, если они на размере единицы отрегенерятся? Прокинут route check. Блин.
оппоненты, которые... По-моему, по-моему, они должны уже разбежаться, на самом деле. Это... Ну, я думаю, да. Это нелогично, если они будут вечно держаться так на... О, слушайте, я не знаю, у меня уже 9 часов, что-то как-то реально долго все. Хорошо, мы не будем... Ну, сейчас чуть-чуть осталось. Да, не будем сильно долго задерживаться. Гигантский волк, он... Самое, что он сделает? Он сделает рефлексивный бросок вперед мимо Крима. Потому что, ну нахуй. В этот шорт-рейндж к вам, к Рамону и Волферу. Он появится, по сути, словно из этих из клубов, разметанной вами стаи. И он использует свой чарм, этот Principle of Motion, чтобы атаковать вас обоих одновременно. Кого еще раз он атакует? Рамона и Волфера. Окей, значит не меня. Ты слишком далеко. Все остальные экспандабл. Все остальные экспандабл. Так, и на самом деле я не уверен, что, по-моему, попадет на него атака только 9. Рамон, это по тебе. 6 попадает? Ну, я делаю как в прошлый раз. Да. Хорошо, и... А может быть и нет, я сейчас посмотрю. Ну ладно, короче, не попало, я сейчас просто посмотрю, каким способом я это сделал. Хорошо быть Саларом, да? Да. Ну Салар, да, вот эта фраза, я сейчас посмотрю, каким способом мне не попал, это вот, ну кстати, я бы сказал, вот я говорю, альфа, ну то есть... Мези нельзя давать играть с сидерилами. Вообще нельзя. То есть просто когда выйдут сидерилы для тройки, просто для Мезы эта книга прекращает существовать. А вот альфе они должны понравиться. Потому что у сидерилов самая вот их такая максимально известная билка, такая сигнатур, называется Void and Scatter. Это, короче, типа враг по тебе ударил, а потом оказалось, что это вспышка болотного газа, и он по тебе вообще не бил. А ты в это время был в другом месте. Да. Так, Волфер, это в тебя? Я понимаю, 6 по тебе попадает, и это без этих, без экстра успехов. Total сок 11. У него... ну ладно, тебе нихуя от этого не становится, потому что у него урон 11. Так, ну он получает единичку от того, что он по тебе попал. Да? Так, Blazing Sky теперь. Так, Blazing Sky, ну чё, я думаю, что я, так, попытаюсь сделать виверинг, потому что инициатива у меня жопная совершенно, но я попытаюсь как можно больше насосать, так. Блять, где правила на Excellency? Почему эта книга Холл... У меня просто желание приехать, блять, в Калифорнию или где-то вот сидит Холден с Морки, не сказать. Нет, чё, не ездил в Калифорнию, там говно. Холли вы творите? Да, потому что у Венса с этим... Как его забыл второго? У них более-менее нормально книги сделаны. Фу, господи. Так, я просто пытаюсь понять, где ограничения. Так. Где, блядь, 300 страниц чармов? 255. О, вот. Так, значит, Sor may spend up to attribute plus ability, но с ограничением using charms and charms limitations. Так, а using charms, charms, блядь, где, блядь, они страницу не указали. Это выше. Где выше? А хер его знает. Вот я говорю, что хер его знает. 251. 251. Вот нельзя было это перепечатать, что ли. Так. Да вроде здесь ничего другого нет. Здесь просто написано, что, типа... Ну, типа, то есть, ability плюс атрибют, и ты не можешь кинуть больше очков, чем у тебя это есть, и все. Ясно. Значит, ты можешь делать 3. А если это действует на static value, типа defense, resolve? По половину.
то половину. Да, то есть я не мог, получается, вот этот, как его, evasion поднимать. Ну ладно. В общем, смысл в том, что у меня dexterity плюс archery у меня 7. Соответственно, я могу, получается, ну 6 мотов точно потратить на это дело. Соответственно, я трачу 6 мотов на excellency, чтобы получить 3 куба. Соответственно, кстати, у меня аура уже плюс 2, то есть у меня не glowing, а там следующий уровень, потому что я второй раз трачу больше 5 пер. Так, кстати, я забыл добавить 6 и 5 здесь. Что... Значит, в общем, так, короче, минимум дистанции. Да. Нет, он прибежал вперед, поэтому теперь он в шорт дистанции от тебя. То есть плюс 5, круто. Так, соответственно, виверинг атака. Это у нас традиционная 10 плюс 5 плюс 3, то есть 18 кубов. 10 это арчери плюс декстерити, 4 плюс... Так, я что-то вижу. Нет, арчери у меня 3. Да, 7, я что-то, кстати, заврался. Значит, арчери 3 плюс декстерити 4 это 7. Плюс 7, плюс... Я где-то ошибку сделал. Ну, в прошлый раз, ну, неважно уже. 7 плюс 5 это 12. Да, то есть у меня... Да. 12 было на шорте, я там 15 считал. Ну, уже переигрывать, я надеюсь. Значит, 12 плюс 3, то есть 15 кубов я кидаю. Давай. 3 успеха. 3 успеха. Это уже не нужно, этот не нужен, монстр не нужен. Так, где у меня статы волка? Вот они. Так, у него evasion 4. Ну. Так что это самое. Чего промахнулся мне? Ну, ты можешь использовать силу воли, чтобы докупить себе еще один. А счет. Как это работает? Расскажи мне вообще. Ты просто говоришь, что я трачу самый пункт воли, и у тебя внезапно становится успех. Подожди, да я хочу прочитать, блядь. Я про волю вот вообще ничего не читал. Это как где в книге? Какая страница? Так, сейчас я тебе скажу. Это в Systems and Combat где-то? По-моему, да. Так, 169. Spending willpower. Ты можешь потратить волю, чтобы добавить один автоматический успех на один урон. Ты можешь тратить только один пункт воли на один бросок таким образом. Но здесь же написано, что это before make the roll, а я уже сделал roll. Ну что поделать, тогда хуйня. Туда хуйня. Он промазался. Хорошо. Ну, точнее, ничего хорошего. Но сейчас начинается ход Волфера, я так подозреваю, что сейчас все закончится. Да, действительно. Потому что Волфер с репликой «Пора заканчивать весь этот цирк», он просто... зажимая твердо и уверенно свою золотую катану, просто со всей силы вперед цели этой катаной в горло прыгает. Короче, excellent strike, десив атака, вся хуйня. Поехали. Окей. Он получается. Что вернулась вся хуйня? Пятилет. Он использует один силу воли, чтобы увеличить свой этот evasion на единичку. А я использую одну силу воли, чтобы увеличить свою атаку. А ты не можешь после куба. А. Почему? А, до куба можешь. До куба ты не единичку, да, можешь. Да. Да, он еще ничего не сделал. Он может делать что угодно. Он может... Так, итого у меня 8 кубов атака, плюс 2 за willpower. Да. За стант один дашь? Два. Все станты стоят как минимум 2. Окей. Поехали. Я думаю, ты попал.
И теперь 17 кубов на урон, я так понимаю, да? Да. Это decisive? А это decisive, и плюс я единички перебрасывать буду. А единичек, как назло, нету. 9 успехов, говорите. Так. Да, 9 успехов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну ладно, пиши, как ты это сделал, потому что этого ему хватило точь-в-точь. В общем, Волфер просто по максимуму выпрыгивает вперед, даже без... в какой-то момент, в общем, катану просто сбоку втыкает в шею этому волку, делает такую сальто, ну, такой разворот буквально, такой полусальто, ну, как солнышко, наверное, опираясь на катану, запрыгивает ему на шею, и просто второй удар катаны ему промеж ушей прям в череп вгоняет. И самое, в итоге, самое... Когда ты слегка зависаешь на его туши, она под тобой начинает таять, и ты плавно опускаешься вниз, сквозь клубы черного дыма, оставаясь только один, на один с поверженным противником, который расползается у тебя под ногами. И вы победили его. И в итоге жерло вулкана становится спокойным относительно, и перед вами только впереди островок со стягом, который слегка колышется с полохами горячего воздуха. Волфер говорит: но я и так уже два артефакта утащил отсюда, так что уступаю это вам. Я предлагаю к Риму пойти, потому что у меня тоже есть два артефакта. Так, Крим у нас как самый могущий должен быть знаменосцем. Ну и Крим, так сказать, тоже рассуждает и так, и то, что а вдруг там, заминировано. Что, да, и идет, и вытаскивает это знамя. Ну что ж, в итоге, когда вы берете знамя, то Скай замечает, что Рутео очень обиженно спархивается вниз и не пытается препятствовать Криму никаким образом. Он просто так сидит, насупившись, смотря ему вслед. И в остальном ничего не происходит. Я так понимаю, если вы подходите друг к другу, чтобы посмотреть, да, на знамя? Да. Да. Вот. И вот теперь начинаются любопытные вещи, потому что когда сближаетесь друг к другу, если быть точнее, когда вы приносите артефакты в близость друг друга, то вулкан под вами начинает дрожать, и начинается какая-то странная чертовщинская хуйня, потому что в следующий момент, когда вы... земля под вами дрогнула, и вы уже думали, что все пизда, сейчас вулкан начнет завергаться, и придется делать геройские убегания, но вы чувствуете прохладу, которая вас захлестнула, и вы понимаете, что вы находитесь под водой, и словно вы опять в том храме, из которого вы достали свое оружие. И но под вами все еще жаркий вулкан. И внезапно вы начинаете понимать, что этот вулкан находится не в жерле вулкана, а на побережье. И весь, кажется, остров внезапно словно сжимается вокруг вас, и все это место становится всеми местами, в которых вы были. И на вас дует прогорклая сырость пещер, в которых вы говорили с этим, со змеем. И а небо вокруг вас, уже изначально, которое было затянуто темными тучами, эти тучи начинают чернеть и клубиться с такими с багряными сполохами. И вы замечаете, рядом с вами появляется очень испуганная и опешившая сума. Озирается загнанно, говорит: «О, боги, вы сделали это?
Он пробуждается. Он пробуждается. И сейчас я... И вы начинаете замечать, что в небе... Оп. Нет, стоп, не то. Так, to front, map layer. Что в небе начинают проступать два гигантских зияющих глаза, которые спускаются вниз, самим таким черным бушующим торнадо, из которого выглядывают самые... Самые многие-многие головы самых огненных змей, уже, которые самые, напоминают самого, того гигантского змея, с которым мы разговаривали в этом в пещерах, но самые глаза у них светятся примерно так же, как и эти монстры, с которыми вы дрались внутри. И вы самое... Слышите, как эти головы, так, layer, map layer, нет, начинают говорить в унисон. Отзываете ли вы свою службу? Ну, Sky, а кстати, на каком языке он говорит? Он говорит на этом, на языке, который вы понимаете. Yeah. Ну, что? Когда он это спрашивает, Сума пытается сказать, что... Ничего ему не говорите, но перед тем, как она заканчивает свою фразу, на нее пикирует внезапно материализовавшийся огненный птиц и... Самое хватает ее за плечи со словами: «Ну уж нет, самая дорогая моя, мы стоим на самом на краю нашего триумфа, и если вы просто скажете ему проваливать, он уйдет, потому что просто скажите, что вы его отзываете, и все закончится, и мы все уйдем по домам. Поняли? Что? Вот, и он просто держит сумму своей этой... когтистой лапы, прижимая ее к эфемерной стене. Скай тогда спрашивает, если мы отзовем твою службу, вернешь ли ты в Малфиас? Я сломал систему. Я размышляю, должен ли он тебе говорить правду. Ну, он может попытаться лгать, я могу попытаться кинуть чаром, чтобы понять, говорит ли он правду или нет. Ну, вообще ни разу нет. Что нет? Ты нихуя не обязан говорить правду, да? Да. Нет, ну смотри, нет, там есть нюансы, скажем так. Во-первых, он может мне солгать, но я тогда могу с него попытаться взять клятву, потому что я Эклипс. Ну, самое, по-моему, он не... Опять-таки, не обязан самопринимать твои условия. Точнее, он уже повязан этими предыдущими саларами. Ну, я туда могу не отзывать. И он останется здесь сидеть, как ушел. Ну. Так что это не его. Как бы да, он... так что он... Я думаю... Сейчас, давайте посмотрим. по идее... так, Monster Emanation Demon. Я думаю, что он скажет, что... да без пизды, разумеется. Так, давай я попробую понять, не врет ли он. Так, не уверен. Где он? Точнее, он, разумеется, не такими словами говорит, но... Он говорит, что... Он просто говорит «да». Yes. Так, значит, соответственно, теперь я кидаю, как это, read and hour, или как там это называется. Так, это у нас США reading intention. Socialize плюс perception, насколько я помню. То есть это будет... Так.
Сэшавайз плюс персепшн, ну или вид, но у меня все одинаково. Значит, соответственно, это будет Сэшавайз у меня 3, тоже 3. Соответственно, это будет 6 кубов, но эти девятки тоже взрываются. Окей. Опять, что я сделал. Ты кинул D6. А, чё-то, сорян. Так, естественно, у тебя не будет успехов больше 7. Я уже кукушка еду, извиняюсь. Так. Все нормально, мы сейчас закончим. Так, что я делаю вообще? Так, ага. Значит, получается, что это девятки, десятки взрываются, то есть это 4 успеха. Это 4 успеха. Так. А знаешь что? У него этот самый. Ну, Гайл у него 3, я вижу. Гайл у него 3, но этот самый, этот Гайл у него реинфорсится его defining intimacy, let the dream end that I might be free. Так что я думаю, что это дает ему довольно нехуевый бонус к нему. Ауч. Intimacy. То есть я думаю, что... Понятно. Так. Самый defining считается как 4 пункта. Так что эти... Intimacy, где у нас там social influence, intimacy. Вот. Defining получают плюс 4 этого resolve бонуса, и, я так понимаю, прочего тоже. Вот, так что в итоге он самое говорит тебе, что да, разумеется, я пойду в Малфиас. Там, ваша воля закон, Салвара, принца вселенной. Ну, как сказать. Получается, что, ну, в этой скайбаут ты говоришь, что я думаю, да, он не может пойти против нашей воли, поэтому мы можем отпустить его со своего службы. Да, сумма так кричит: нет! Тео только говорит, что ему тихо, не мешаем. Ну что, я один, что ли, буду решение принимать, люди? Давайте я на самом деле думаю, что я как-то не особо доверяю подобному существу. Да. Волфер ни хрена не соображает, но он изначально не особо верил Тео. И Волфер говорит: может, я птичку пока загашу по-быстрому? А этот черт, он кивает в сторону этих сияющих глаз, и здесь останется. И Волфер так это подтягивается за своим мечиком. Так, ну, люди, пожалуйста, я умоляю вас, давайте не будем зависать. На самом деле, что... Давайте хоть приглашаем. Это не зря... Его здесь заточили, и вряд ли подобное существо известно тем, что оно исполняет свои клятвы. Так что поэтому. А, кстати, какие у нас варианты, кроме того, чтобы его отпустить? Не отпускать? Вы можете отпускать, да. Отпустить или не отпускать, да? Я считаю, что его не надо отпускать. Окей. Скажем так, этот Скай предлагает голосовать, он за то, чтобы отпустить, но если большинство будет против, то он подчинится воле круга. Как-то так. Короче, я против, потому что это отпускать подобное создание, просто полагать на его слово, мне кажется, несколько неразумным. Что, возможно, если он даст это какой-то... Кстати, а можем ли мы с ним заключить контракт, что он вернется в Малфиас? Ну, я могу попытаться взять с него клятву, но опять, как сказал этот, как сказали, он не обязан ее исполнять. То есть теоретически я могу ему предложить за 10 мотов клятву, которую он может нарушить, но если нарушить, то ему будет плохо.
Ну, чисто теоретически я могу попытаться его как-то уговорить или уговорить, чтобы он дал клятву, но это тоже как бы не так просто. То есть это получается, что я должен буду, я не знаю, или персуэйд на него кинуть, или что. Как раз я могу это попытаться сделать? Так. По идее... На самом деле я не уверен. Это... Там есть все-таки предел так, самой такой хуйни, как unacceptable influence, и учитывая то, что демон уже был привязан к этими саларами дохуя сколько знает лет, я не думаю, что он будет вообще расположен принимать любое другое повязание. Вне зависимости от того, ну, что ты от него потребуешь. Ну, короче, примите уже решение какое-нибудь. Я не знаю. Но я говорю, вот я за то, чтобы отпустить его. Арамон и Вольфер, я так понимаю, против. Крим, что скажет? Так, вот мы можем только вот это ему сказать, пускать, не пускать, да? Ну. Вот никаких других. Ну, пока да. То есть там вот пробовать его о чем-либо еще раз спросить, не связанным с этим. Крим, честно погоди, говоря, Слушайте, ну, пожалуйста! Так, спокойно. Я просто, я хочу вспомнить один момент. Если мы его оставляем здесь, выйдем ли мы сами из этого плана? Мы же, получается, не если он остается, то мы... На всякий случай у Карнаса уточнить. Если мы оставляем его здесь, мы, получается, и сами здесь остаемся. Да, но сумма говорит вам, что сказала вам, что если вы его отпиздите, то и таким образом отправите его в Малфиас своими руками, по сути говоря, то тогда сон развеется, и вы все отсюда уйдут. А вот теперь хороший вопрос, который я бы хотел задать Blazing Sky. Blazing Sky, а мы когда сражались, ты смог понять, это тот волчара, это был аватар этого демона, или это просто какая-то наебальная призрачная хуйня была? Ну, это не одно и то же, как тебе сказать. Собственно, я не понимаю смысла твоего вопроса. Просто это могла быть какая-то обманка. Strictly speaking, аватар — это призрачная. Не, просто это может быть какая-то иллюзорная призрачная фигня, которая, например... или какой-то третий дух, которого Салара оставили охранять конкретный артефакт. Когда мы были в той пещере, был же удав, который охранял те артефакты. Это все его воплощение этого демона, на самом деле. Угу. Просто разные. Хорошо, а достаточно ли нам допиздить вот это вот, вот этого, ну, достаточно ли отпизденного вот этого воплощения, чтобы мы могли выйти? Вообще такой вопрос. Мы сейчас, Карнас, мы находимся не в его мире снов. Мы находимся в реале или как? Нет, сейчас вы все еще у него в голове. Технически. Но он пробуждается. Так что, если вы его сейчас отпиздите, то, по идее, все должно сработать. А, если сейчас? Угу. Потому что сейчас вы... у вас на руках, как говорится, все артефакты, которые он был призван сторожить. И поэтому он, как говорится, является перед вами... условно воплоти, самой готовой съебать отсюда. Ну, собственно, чего ждем? Тогда а мы его, получается, видим, или мы видим ее только его глаза? Вы видите его чертания. Эту самую дымную такую форму, которая делает манифестацию в виде гигантской гидры из этих змеев. Хорошо, тогда второй вопрос. Если я сейчас сделаю десиф-атаку, сколько я буду бросать на урон? Не, ну сейчас тебе надо сначала будет кинуть этот Джейн Баттл, и тогда будешь делать десиф-атаку из того, что ты выкинешь. Ага. Ну просто при такой ситуации Волфер просто как рассветник с воплем бежит в сторону вот этого сияющего, ну вот этого сгустка тьмы с глазами, которую он видит. И
Теперь вопрос. Получается, я кидаю Join Battle, да? Да, все кидайте Join Battle тогда. Мы вам еще раз кидать Combat. Да, это все будет быстро. Не, сейчас, возможно, это быстро закончим, если я сейчас хорошо выкину. Я не могу сейчас играть, то есть я отказываюсь. Если мы как бы сейчас Combat, я... Собственно, я тоже, на самом деле, не могу. Я даже тела, то есть у меня вообще спорт. Тогда давайте следующую сессию. Давайте следующую. Закончим как раз. 7. Не, сейчас на всякий случай хочу попробовать. Так. Это пусть Вольфер попробует. Вообще мне, если честно, мне становится проблематично играть по воскресенье, потому что сейчас 10 часов, мне еще до крок пытаются. 4, 5, 6. У меня так было куча дел. Ну, это раньше начинать, на самом деле. Ну, надо, ну, получилось, да. Не, я сейчас просто хочу одну херню спросить. Окей, Join Battle у меня шестерка. Да. Я просто хочу вложить 1, 2, 3, 4 очка воли именно на урон. Нет, я ж могу так сделать? Нет, извини, ты можешь вложить только один пункт воли в один бросок. Это хорошо, это тогда получается, я один пункт воли сейчас вкладываю в атаку. Так. Сейчас. Dice pool 8. За плюс 2 за волю 10. За стан что-нибудь будет? Да, разумеется, обычные 2, как обычно сейчас. Окей. Так, итого это у нас 5. 5 успехов, я так понимаю. Ага. Да, ты попал. Сам у него парирование 5. Блин, я думал просто сейчас по максимуму воли вложится, но окей, хорошо. Урон, так, это 6, плюс 2 за волю, опять же, я так понимаю. Угу. Ладно, знаете, я пойду. Ну, ладно, давай, окей. Он просто... Раз, два, три... Блин, 4 урона. Ну тогда да, боевка у нас следующая сцена будет. Похоже, 4 урона всего наношу. Окей. Ну ладно, тогда самое жаль, я, конечно, надеялся. Не, я просто думал сейчас по максимуму сжечь силу воли и все ресурсы, но окей, не получилось, так не получилось. Я тут думал его вообще отпустить, но вот потом, так сказать, вспомнил, какой я себе выбрал лимит брейк. И понял, что если бы его отпускать, то у Крима просто там лимит брейк до 10, просто тут, извините, okay. За минут 10 прокапал бы. Ну ладно, тогда самое придется разобраться в следующий раз, хотя... Mm-hmm.